По данным правоохранительных органов, в этом году в округе на треть увеличилось количество выявленных преступлений коррупционной направленности по сравнению с прошлым годом. Пресечено в 3,5 раза больше коррупционных посягательств в крупном и особо крупном размере. Такие данные озвучили на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Цифры говорят о том, что теме уделяется особое внимание. Выработана единая система противодействия и профилактики под контролем расходования бюджетных средств, доходы государственных и муниципальных служащих, проводится экспертиза нормативных актов. За 2 года проанализировали порядка 7500 документов, выявив более 300 уязвимостей. Заместитель губернатора Аркадий Бессонов сообщил, что социологические исследования показывают большой разрыв между оценками ситуации ямальцами и жителями России. Согласно исследованию ВЦИОМ, рост случаев коррупции в целом в стране отмечает 17% жителей и 23% предпринимателей. Такой же позиции в автономном округе придерживается лишь 8% жителей и 2% предпринимателей соответственно.